Казанский федеральный университет посетила делегация Бурятии. Визит состоялся в рамках реализации соглашения между Республикой Татарстан и Республикой Бурятия о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве. Все подробности в сюжете. Для делегации из Бурятии целью двухдневного визита в Татарстан стало обучение на татарском языке, работа по подготовке педагогических кадров, участие университетской науки в разработке учебно-методических комплектов по татарскому языку. В республике сегодня мы констатируем, что бурятский народ, та часть бурятского народа, которая проживает на сегодняшний день в трех субъектах Российской Федерации, на территории трех государств, России, Монголии, Китая, к сожалению, у нас вот такое разноуровневое владение родным языком. Делегация ознакомилась с деятельностью Института филологии и межкультурной коммуникации, в частности, с кабинетом татарского фольклора, Центром изучения творчества Габдуллы Тукая, кафедрой дизайна, комплексом модельных кабинетов би- и полилингвального образования. Елизавета Никитина, Софья Чугунова, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюс.